Открытый молодежный фестиваль «Наследники Победы» прошел на сцене Дворца культуры имени Юрия Гагарина. Впервые его провели 3 года назад в преддверии празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мы посчитали, что эта форма будет интересна для нашей молодежи, где они могут высказаться, и все то, что они думают о войне, и память истории будет передаваться из поколения в поколение. И действительно, мы в этом сегодня убеждаемся. На предварительном, значит, уже просмотре у нас заявилось более 300 человек. Более 300. Сегодня мы отобрали на финал 40 исполнителей. В фестивале принимают участие молодые таланты со всего района. Ребята из Сергиево-Посадской молодежной телестудии «Окно» пришли осветить это мероприятие и поболеть за своих. Это коллектив народного танца «Калинка». Потому что мы их знаем, мы с ними сотрудничаем. И, конечно же, вокальный коллектив «Ступени» из города Краснозаводск, потому что они такие ярые патриоты, они всегда бывают на таких мероприятиях, и я всегда с удовольствием смотрю на их выступления. Участники фестиваля выступают в номинациях «Хореография», «Художественное чтение», «Фотография» и «Вокал». Я выступаю во второй возрастной категории, 31-я. Сначала было страшно. Ну, страх – это плохой признак. Волнуюсь. А где волнение, там адреналин. Вот это нужно. Это нужно на сцене. Что приготовили на этот фестиваль? Что будете исполнять? Кто автор? Высоцкий, «Баллада о борьбе». Танцевальный коллектив из центра «Триаж» участвует в фестивале 2-й год подряд. Год назад дошли до финала. В этом году у нас представляем 2 номера: «Не отрекаются любя» и «Нежность». Конечно, волнение присутствует, так как новый номер, публика этот номер еще не видела, и мы не знаем, как он будет смотреться. Не отрекаются любя, ведь жизнь кончается не завтра. Представленные на фестивале работы оценивает профессиональное жюри. Победители выступят на торжественном гала-концерте, который состоится 9 мая на Советской площади. Полина Иноземцева, Антон Коврижных. Программа «События».